мы возвращаемся к нашим распаковкам назад. В магазин. Я устала туда собираться. Коробка пристояла. Нарядным скотчем покрылась. Полезли. Сказал Саша. Сережа на шопинг возьмем. Какая удача. Сапожки. А это значит, что туфли, блин? Или босоножки? Это тебе Д'Артаньян переслал? О, ты на газ. Коня, коня мне, коня. Да ты будешь моим конем. Можно выгуливать? Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. И сегодня... Мы возвращаемся к нашим распаковкам. Да. Сегодня у нас замена... Чего у нас замена? Ну, мы двое... Замена выбывших сапог на новые. Не сапог, там босоножки были. Три пары. Две пары, которые типа как бы получились меньше по размеру, и одни, которые получились больше по размеру. А Кера промахнулся? Нас постигло разочарование. Да, они мне большие, к сожалению. Они на ноге смотрятся гораздо лучше, чем в коробке. Они мне очень нравятся, но они не большие. Мы попробуем поменять. Не было просто твоего размера, что ты взяла этот? Или... Я не понимаю. Все размеры брала ты шестерку, а эту взяла шестерку. А, шестерку. Я подумала, что они узкие будут или что. Ну, в общем, что-то я себе подумала. Ну, в общем, мы их попробуем поменять. Попробуем поменять. Они, в принципе, по размеру и по полноте подошли, но мне не нравилось, как пятка такой ощущение, немножко как свисает. Такая модная пара. Как мы с тобой. Ну, вот такие вот, немножко боком. То есть, да, вот так. В общем, одни, которые бежевые, вторые, которые черные. Вот которые надо штаны купить. Нет, вот эти не надо, вот другие черные. Я не знаю, в общем, они мне получилось, не понравились. Как будто чуть-чуть маловатые. Хотя они ниже. Ну, в общем, какой-то, наверное... Ну, я думаю, это из-за того, что все размеры очень плавающие, не совпадающие, поэтому... Просто я понимаю, если бы я взяла, вот, допустим, даже 6,5, да, то они бы уже мне были свободные... Пальцы гуляли. Да, они бы были здесь свободные. В общем, как-то непонятно. В общем, поэтому они вернулись. Не наш. Они вернулись назад в магазин, и мы получили что? Мы три новых пары. Мы поинты назад получили и заказали другие. Три. Или два. Три. В общем, они где-то в коробке. Где-то там. Сейчас будем смотреть. И коробка эта пролежала очень-очень долго, потому что последнее время я была... Не было время, Марина училась. В очень большом напряжении. Я постоянно учусь, как наш Саша однажды. Наш Саша однажды после каникул, утром я его бужу, потому что так они вообще очень рано встают в школу. В этот раз он не встает, и не встает уже, как бы и завтракать надо. Это было после каникул. Я его подхожу, там, зайка, зайка, нужно вставать. Он силу плачет. Я так растерялась, он никогда не плакал перед... Ну, в принципе, школа вызывает только положительные эмоции и прочее. Я, говорит, устала от школы. Я говорю, зайка, так ты же еще туда не ходила, ты же первый день после каникул. Я устала туда собираться, сказал Саша в слезах. Так вот, я тоже устала собираться в колледж. Ну, в общем, последние дни, много домашки. Ну, не столько домашки, за уже сколько подготовки к экзаменам получается тоже. У детей спартакиада, и в общем, как-то все так закручено. И поэтому коробка... Собственно, я ходила, смотрела на коробку. За это время, что коробка пристояла, дети ее успели приукрасить. Короче, вот она стала нарядным скотчем покрылась. Если бы она чуть-чуть постояла, так это бы за мебель уже начала сходить. Она бы уже дождалась Нового года. Ну что, полезли вовнутрь. Ну, вскрыватель обувщик коробок приступает к поднятию. Чего ты там будешь поднимать? Адреналин или что у себя? Гормон счастья? Вырабатывать начинаешь. Между прочим, это не шутки. Это рекомендовал врач в Emergency Room. Когда мы ездим, когда мне плохо по мигрени, когда я себя чувствую совсем-совсем плохо, то мы едем в Emergency Room, и они мне там делают либо уколы, либо капельницу ставят. Так вот, один замечательнейший врач, замечательнейший дядечка сказал, что мигрень можно как бы, ну, как-то он сказал...
Он сформулировал, что нужно поддерживать уровень счастья на определенном уровне, и посоветовал Сереже почаще меня на шопинг возить, потому что серотонин, по-моему, гормон счастья, и во время приступов мигрени он очень падает на маленький уровень. Вот поэтому он порекомендовал мне больше шопинг. Ну, он еще на самом деле он еще много чего рекомендовал. Да, здесь три. Ну нет, три, а три карабаса. Ну вот, блин, вообще не помню, что заказывали, но буду удивляться. Но это давно было. Так, значит, первый. Карабас один. Большой карабас, затем не упали. А, все, вспомнила. Эти. Какая удача. Вот такие вот. Короче, цвета какао. Очень красивый цвет, мне нравится такой цвет. Очень какао с молоком такое. Я, наверное, вначале покажу, а потом на ногу померить. Да. Хорошо. Давай мне следующую коробку. У меня даже такая фирма, по-моему. Вот такой следующий карабас. А, ну так мы можем сразу и цену говорить, как бы. Да, давай. Покажи, зайка. В общем, они стоят 39,99. И сейчас, когда я их увидела, я точно вспомнила, что их цена, за которую мы купили, 7 или 7,59. Ну, в общем, это что-то 7,9. Дей! Вот такие. Я уже вижу, что у меня носики твои любимые. Так, это тоже замшевые. На небольшом каблучке. Ну, ты знаешь, Сереж, нужно пересмотреть... А каблучок как прорезиненный. Угу. Нужно пересмотреть наш заказ. Мне кажется, я заказывала тоже такого светлого цвета. Но это может быть мои какие-то... Значит, стоят они 59... Да, покажи. 59,99. Мы купили за... 10. Ну, короче, если интересно, Сереж, ты вставь потом этот... Какая-то модная коробка. Бинго-бонго. А здесь сапожки. Класс. А это значит, что туфли, блин? Или босоножки? Ботильоны. Вот. А. Это ботильоны. Тебе не нужны ботильоны, а ты их покупаешь? Да. Смотрите, уральские пельмени. Блин, ну вот это вот... Блин, они чем-то здесь запачки. Это тебе Д'Артаньян переслал или что? Вот, все, короче, ты наказан. Осталось, а шляпа у нас есть. Ты сейчас будешь мерить их в шляпе. Не буду их в шляпе. Ну, Зоя, это в шляпе надо мерить такие сапоги. Это настоящие ковбойские сапоги, только шпоры не приделают. Смех. И, блин, смех? Покажи, ну офигеть можно. Короче, вообще, зимняя обувь у тебя теперь есть. Осталось дождаться снега. Так а мы в снег поедем, уже мне не нравится. Мне тоже нравится. Второй есть? Зай, ну конечно, я смотрю, чтобы на них не было, потому что один раз, помнишь, мы заказали, и было немножко как в клей подпачкано, мне это не очень понравилось. Ну, вот такие классные. Ну что, начинаем примерки? Давай. Случайно в карабасе обнаружили. Ну, оно не случайно, оно там лежит. Ну, мы увидели. Да. Что я хотела сказать, Сережа? Сколько стоили сапоги? Сколько стоили сапожки? Значит, вот эти вот сапожки, как я и сказала, они 7,19 стоят. Тут вот видишь память? Против. А были 30-40? 39 они стоили. Вот. А мы уже показывали, что цены. 39 и 7,19, да. Следующие черные. Потом вот эти 10,49, а стоили 50... 59,99. А купили за 10. Вот. И рыжие. И эти сапожки, они стоили... Сереж, покажи. Они хорошо стоили. Сколько? 69,90. Ну, 70. А 11,99. Ну, вот так вот. Все? Все, начинаем примерку. Да. Ну, вот первая пара. Ваши ощущения? Мне очень нравится, они очень комфортные. И у меня такое ощущение, что в зоопарк 10 июня я пойду в них. Но я шучу, конечно. И они на маленьком синтепоне. Да. Ну, мне нравится, я вообще тащусь от цвета. Ну, давай, что там у тебя еще есть? Так, образец номер 2. Черные кожаные. И черные кожаные замшевые. Ну что, как ваши ощущения? Мне нравится, хорошо, все удобно. Но у меня не покидает ощущение, что они должны быть другого цвета. Переходим к Д'Артаньяну. Ну что? Мне нравится, я очень довольна. Шпагу, сэр. Д'Артаньян готов. Коня, коня мне, коня. Ку.
кот, блин, сейчас будем играть в коника, ты будешь моим конем. Пойдем искать коня. Ну, в общем, это, так сказать, лучшее вообще. Нет, на самом деле, самые любимые у меня сапоги те, которые с жемчужными каблуками. Не, ну так... А, из этих, что купили, эти два класса? Те никто не видел, но эти очень хорошенькие, очень вообще само то. Да, мне очень нравится. Если бы не на меху, то можно было бы сегодня выгуливать. Ты знаешь, Сереж, у нас такая погода, что можно выгуливать. Ну, в общем, вот это вот куча обуви из трех пар. Получается, кучечка. В магазине могла обойтись $170. Так как сейчас сплошные сейлы, распродажи и бла-бла-бла, то они обошлись нам в $37. Дай что-то скажу. Виртуальных, причем мы не платили. Там сейчас очень много сапог по 5,99, по 6,99, есть даже за $4. Такие высокие красные сапоги. Но, зараза, либо это пятый размер, который, ну, совсем уж там на какую-то девочку. Очень маленькую девочку-зимовочку. Да. Либо, допустим, остается только восьмой размер, и они его ставят. Но я говорю, вот красные, настолько красные сапоги. Ну, и, кстати, восьмые размеры некоторые очень хотят и не могут найти. Да? Да. Есть такая проблема тоже. А вот мне, понимаешь, как у меня шестой, так мне кажется, что прям вначале все покупают шестые, а потом кому что остается. Ну, вот в этот раз очень много шестых, кстати. Ну. Очень большой выбор. Ну, очень-очень много, за маленькие цены, но определенные размеры. А в нашей ситуации, что приятно, что эти маленькие цены не идут ни с карточки, ни со счета, ни с кармана, а идут с виртуальных бонусов. Ну, как бы вот и все. Это было... Распаковка замены. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И увидимся в интернете. Пока-пока. Bye-bye.